Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Мир Биткоина, где я рассматриваю успешные ICO-стартапы и проекты. В сегодняшнем видеообзоре вернемся к компании, которая у нас называется Медиапротокол. И данный видеообзор будет довольно-таки нестандартным. Он будет посвящен у нас непременно статье, которая опубликована командой в Медиуме. Эта статья у нас является частью третьей, и, в принципе, там описаны непременно те вопросы, которые интересуют множество людей и сообщества Медиапротокол. Поэтому в данном видеообзоре мы рассмотрим непременно токенизацию, взгляд в будущее, знаки и токены медиаконтента и, в принципе, также концерн с безопасностью. Потому как наверняка я уверена, что множество людей, которые занимаются криптовалютой, которые, в принципе, снимают множество видеообзоров по поводу проектов, которые находятся все на блокчейн, вот, и поэтому множество людей интересует действительно безопасность технологий блокчейн. Хотелось бы напомнить то, что Медиапротокол у нас является оптимизированной системой для распространения контента, если кто не помнит. То есть эта виртуальная служба предлагает пользователям совершать обмен с использованием денежных средств, и с помощью специальной платформы создается прямой канал для продвижения контента. Также, если кто смотрел предыдущие видеообзоры, у меня, в принципе, я рассказывала о приложении, которое также скачано у меня, и, в принципе, уже можно им пользоваться и его испытывать. Вот так оно, в принципе, у нас выглядит. Это оптимизированная система распространения контента, которая дает пользователям стимул, так сказать, создавать, распространять и потреблять контент. Оптимизированная система работает на основе блокчейн, и это позволяет разработчикам вознаграждать участников денежными средствами. Поэтому Медиапротокол имеет множество преимуществ. Это прозрачность платежей, открытая криптовалютная экосистема, стабильная система платежей, то есть без каких-либо лишних сборов. Также здесь у нас есть интеллектуальная контрактная операция, поддержка многовалютных расчетов, прямые безопасные операции с наличными и деньгами. Также, в принципе, хочу отметить то, что Медиапротокол – это своего рода набор правил, которые регулируют отношения между участниками маркетинга и также, в принципе, рекламы. Давайте перейдем сейчас непременно на статью, которая у нас вот в Медиуме показана. Здесь, в принципе, есть все необходимые вопросы, которые интересуют множество из вас. Первое из них – это хотелось бы посвятить непременно концерн с безопасностью пользователя. То есть для того, чтобы токены выходили на глобальный уровень, говорит нам данный проект, существует множество правил, мер безопасности, которые необходимо внедрять, и это поможет добиться уверенности потребителей, то есть защиты инвесторов и прозрачности. Блокчейн предлагает гораздо более безопасную структуру, нежели централизованная база данных. Однако, когда дело доходит до обмена ценностями, то есть безопасность по-прежнему актуальна для пользователей, поскольку существует инфраструктура для потенциальных инвесторов. Вот непременно информация о безопасности, то есть личная безопасность – это действительно слабое звено с блокчейн. Пользователь несет полную ответственность за безопасность своего кошелька, личных ключей и других финансовых активов. Если, собственно, личная охрана подвергается утечке, то она открывает дверь для хакеров. Поэтому данный проект, я думаю, сделал все возможное для того, чтобы с данной компанией у нас была как можно сильнее безопасность, то есть чтобы вы смогли спокойно получать свои токены, вознаграждения через приложение и, в принципе, не подвергаться каким-либо хакерским атакам. Также давайте поговорим о токенах и будущем медиаконтента. Медиапротокол, говорит нам данный проект, децентрализует текущую модель контента. Они открываются от сторонних платформ, которые контролируют кто и что, в принципе, все это видно. Эта модель контента возвращает власть в руки издателей, создателей контента, рекламодателей и самих потребителей контента. То есть можно сказать, что выгода для создателя заключается в реальных людях, которые действительно участвуют и взаимодействуют с публикуемым контентом, потому что они видят в себе ценность, которая по их мнению стоит поделиться с их сетью. И последний вопрос хотелось бы обсудить – это взгляд в будущее.
Данная команда нам в этой статье пыталась донести о том, что токенизация имеет потенциал для удаления посредника. Это приведет к бесконечному количеству преимуществ для пользователя, потому как блокчейн уменьшает стоимость и время с помощью паспортизации транзакций через глобальные границы. Также, в принципе, повышает своего рода прозрачность, безопасность, и поэтому со временем, когда разрабатываются нормативные рамки, устраняются или же упрощаются барьеры для входа, то массовое принятие институциональными инвесторами и более широким населением представляется неизбежным. Как вы видите, статья действительно интересная, в принципе, ссылку на нее я оставлю под своим видеообзором для того, чтобы вы смогли более детально ее почитать и, возможно, углубиться во все детали и суть данной статьи, которую пыталась нам донести команда данного проекта. Хочу также отметить то, что медиапротокол основан на принципе небольшой и быстрой прибыли в виде зачисления специальных токенов на личный счет пользователя. И награда предоставляется даже за наименьшее распространение контента в сети. То есть после того, как пользователь собрал оптимальную сумму электронной валюте, то значок «Золотой пользователь» отображается в его профиле. То есть вы видите, что действительно проект делает все возможное для того, чтобы быть более успешным в своей отрасли, для того, чтобы стать максимально популярным и действительно стоящим того, чтобы сообщество, в принципе, присоединялось и действительно имели большую честь при участии с данным проектом. То есть, а проект, в свою очередь, имел большую ценность своих, в принципе, целей, своих задач и перспектив, которые действительно на данном уровне уже, в принципе, множество из них достигнуто. Поэтому, если вам интересен данный проект, то непременно присоединяйтесь ко всем его социальным сетям. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, в принципе, пишите комментарии. И если вас интересует какой-либо из вопросов, переходите в техническую документацию, которую также можно скачать на данном официальном сайте, либо же, в принципе, перейти по ссылке, которую я оставляю в описании. Пока что на этом все. Следим за новостями, следим за обновлениями данного проекта. Возможно, в последнее время, в принципе, команда захочет поделиться с нами еще какими-либо из новостей. И, в принципе, давайте вместе за ними следить. Что ж, всем хорошего дня, всем пока!